28 сентября в спортивном зале 8-го лицея состоялись соревнования по волейболу среди мужских команд. В данном турнире участвовало 6 команд из городов Кумертау, Мелеуз, Ишимбай, Стерлитамак и Салават. Последний представил сразу 2 команды. У нас сегодня проходит турнир ИГВРЗ, это подведомственные команды спортакадемии ВРЗ, волейбольного клуба высшей лиги Б. Это все те команды, которые участвуют в развитии и в помощи для молодых игроков в профессиональную команду. Первый тур у нас здесь в Салавате проходит 98-99 год рождения лиги. Специально проводится то, чтобы отобрать, посмотреть перспективных игроков под интернат профессиональной команды, чтобы можно было забирать. В прошлом году у нас уже были такие люди, играют теперь в высшей лиге Б. Также мы рассматриваем турнир как один из этапов подготовки к чемпионату республики 1999. Подобные турниры являются большой возможностью для молодых спортсменов проявить себя на площадке. И, возможно, именно они в дальнейшем будут защищать честь республики и страны на профессиональной волейбольной арене. Мы проводим соревнования в Южном регионе Республики Башкортостан под названием Лига ВРЗ. Проводим в различных городах. Стерлитамак, Салават, Ишимбай, Кумертау, Мелеуз. Пытаемся развивать волейбол именно в Южном регионе Республики. Работаем с тренерами, помогаем инвентарем, формой, командам. Сейчас в городе Салават проходит первый тур Лиги ВРЗ, где принимают участие ребята Южного региона Республики различных возрастов, то есть здесь и я, 10 класса, 9 и 8 участвуют. На сегодняшний день в волейбольном клубе спорт-академии уже занимаются ребята из города Салават и показывают неплохие результаты. В нашей команде занимаются ребята из различных регионов Республики Башкортостан, из того же Салавата. Можно назвать такие фамилии, как Богданов Руслан, Коваленко Иван, Нагаец Никита, Искаков Тимур. Все они участвуют в чемпионате России высшей лиги Б. Кто-то на замене сидит, кто-то уже работает в основном составе, защищает честь Республики Башкортостан, города Стерлитамак, Салават. В принципе, на российской арене. Хочу сказать спасибо ВРЗ за то, что они проводят такие хорошие турниры. И это еще один этап подготовки к чемпионату Башкирии 98 года. Также нам сейчас предстоит игра с Стерлитамаком, где мы надеемся победить. Команда хорошая, все, сыгрались, готовы победить. Думаю, то, что сможем. И надежды оправдались. Во время всех игр данного турнира основная команда детской и юношеской спортивной школы управления образования проявляла себя только с лучшей стороны и гордо отстаивала позицию хозяев площадки. Даже в последней игре, когда основной игрок команды был травмирован, ребята не растерялись, и в результате кубок за первое место ушел в копилку наград нашего города. Следующий этап данных соревнований пройдет в городе Мелеуз. Там за титул победителей будут бороться ребята 2002-2003 годов рождения. Светлана Халитова, Никита Черепанов. Салаватская жизнь.